Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный, очень даже, наверное, интересный видосик. Я за пару дней набрал 2К кубков. Я не сильно там задротствовал, играл некоторыми персонажами, которые у меня есть. Да, они уже десятки, то есть максималки. И у меня сегодня еще плюс будет как минимум 3. Одного я уже сделал, и сейчас еще плюс 2 десятки будет. Я не скажу, что очень сильно сложно апать. Я апаю кубки в рандомных боях, поэтому я бы намного больше уже наапал, чем 2К, возможно, 3. Надо будет все-таки собрать патьку, иначе реально фармить кубки. Ну что, поехали. Вот такой вот у меня есть уже составчик здесь. Сейчас мы получим еще одного Динамайт, еще плюс один Динамайк. Так, 107. Ну, еще мне осталось получить Бо, и в принципе все. Дальше уже идут такие итемы, которые мне не нужны. Для Бо мне надо 3К, надо будет это получить, потому что дальше будет проблемно качать. Возможно, если, конечно, выйдет обнова, будут новые бойцы, то будет интересно. Итак, звездная сила на Дэрила. Не знаю, я побегал, так, конечно, персонаж своеобразный, но очень интересный. Поехали, забираем, посмотрим. Звездные силы, остальные обручи, супертеллер, усиленная бочка, понижающая на 3,5 секунды весь наносимый урон на 30%. В принципе, очень круто, думаю. Так, особые акции для любого, ну, мне не надо. Ну и смотрите сюда. Я взял звездную силу для... Блин, еще толком не выучил для Леона. Вот у меня Леон. Десяточка уже, блин, просто обалденно, когда инвиз уходит, это просто нечто. Пишите в комментах, если хотите увидеть его. Так, Дэрил у нас тоже уже десятка. Ну и нам надо насобирать, я думаю, тоже забрать сразу же на Пайпер, чтобы уже больше десяток было, чем у меня по десяткам делается. Так, Шелли, Нита, Бул 3, Око 4, Дэрил 5, Пенни 6, 7, 8, 9, уже 10, 19, 22. Ну, в принципе, получу еще Бу, будет уже 20, 22. Останется только два бойца. Так, ну окей, поехали. Нам надо 2000. Так, окей, нам это не надо. Поехали, потратим сундучки. Возможно, выбьем еще какую-то интересную эмблемочку. Так. Как она там, звездная сила, надо запомнить. В общем, мог бы я забрать вот для любого бойца еще прокачать, но, честно скажу, пока не особо надо. И так не хочу сейчас качаться, надо больше фармить. Поехали. Так, let's go. В принципе, этим можно не открывать, потому что тут сейчас будет сыпать дофига. Так, а хотя у меня динамайк есть, 60. Джесси плюс 100. Видите, дофига дали. Раз, два, три. Наверное, будем мелкие открывать. Давайте мелкие пооткрываем, большие ящики. Так, 79. Брок. Надо 2000 набрать. Еще десятка эмблем нужно выбить. Точнее, звездных сил. Не знаю, что-то я бегал против Динамайка этого. Ну, своеобразный персонаж. Ну, Дэрил тоже, кстати. Я изначально посмотрел, реально думал, какой-то говнище, но потом разобрался, мне он понравился чисто из-за того, что у него ульта набирает, я так понял, сама шкала на супер удар. Так, и бонус билетики. Брок 51. Так, ну еще открывать и открывать. 53, 28, 50. Самое главное набить 3К кубков до того,
как у нас заполнятся герои. Я надеюсь, так и будет. Ну и я так понял, что звездную силу это мне будут следующие давать, те, которых у меня нет, поэтому надо по максимуму сейчас зафармить. В принципе, можно дальше не переживать, а так все девятки. Этих я пока не хочу качать. Так, окей, 1000 уже есть. 69, брок. Блин, дофига дают. Так. 55. Очень, кстати, интересно то, что добавляют все-таки на этих, на недостающих эти осколки силы, и реально это очень удобно. Так, 1200, 137, отлично. Джесси и 200, нет, билетики, ну не знаю, штук 600, думаю, будет. 56. Надо будет как-то открыть штук 100 таких сундуков, посмотреть, что с них падает. Ради интереса. Так, 1600. Есть. На кольтика, когда кольт убывает пару модных сапог, его скорость невероятно возрастает. Вот так вот. Отличненько. Разблокировали. Супер, уже удачненько. Так, динамайк. Отлично. Я надеюсь, скоро где-то будет обнова, и можно будет уже потрешивать, побывать новые итемы. Джесси и... ...133, отлично. Все, 2002, 602 билетика, как я и говорил. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали в магазин. Так, забираем еще одну и еще, как видите, уже плюс 2 звездных силы. Итого у меня уже прилично бойцов. Так, ну, наверное, надо этих... Ну, хотя тут, в принципе, все равно нам на них не хватит осколков. Так, рикошет. А потом его будем улучшать, чтобы получить. Так, ну на этих, в принципе, всех уже на ПЭМ хотелось бы еще вытащить. Так, и на Барли тоже мне очень понравился такой интересный герой. Так, окей, поехали. Попробуем нашу бочоночку. Конечно, мне, как обычно, отсюда неудобно играть. Но я никак не могу планшет, уже даже шнур купил, что-то не могу разобраться. Вот видите, шкала заполняется. Ну ничего так, разобрал нахрен всех. Беги, 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 беги. В общем, как видите, неплохо тащат. Мне нравится. Давайте, давайте, подходите. Ну, сложновато ему бить меня. Конечно, я просрал кристаллы, но ладно, мы все равно тестируем.
блин, неудобно. Да чё такое? Видите, очень неудобно, блин. Какого хрена ты туда стреляешь? Жесть какая-то. Не ожидали такого, да? Ну, в общем, как-то так, блин, отсюда мне очень неудобно играть, но реально, блин, эта бочка, ничего себе, звездный игрок даже, реально очень кайфовая. Это такая же бочка, как и у нас в битве замков, просто она тащит. Поехали, еще один бой. Ну, в общем, ребят, как-то так. Да, что-то меня тут немножко подогнули сразу же. Ничего страшного. Сейчас мы зарядимся и нагнем их всех. Давай, 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 иди сюда, красавица. Вот так вот всех их. Нифига себе, бочка тащит, ребят. Мне она нравится. Огонь просто. Вот это персонаж, я вам скажу, блин. Круто. Я еще, конечно, нуб в этом, но мне очень понравилось. Ну вот, как-то так. В общем, пишите комменты, кого вы хотите увидеть на обзорчике. Оно реально бочечка кайфовая. Возможно, на нее сделаю следующий. Вот так вот. Как видите, по чуть-чуть растет. Все, давайте откроем. Бум, бум, и динамайк 14. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.